В гипермаркете «Европа» на Студенческой продолжается сезон низких цен. До 15 октября скидки 30% на карту «Город товаров» объявлены на целый ряд продукции. Фрукты, овощи, мясные, рыбные и молочные изделия предлагают курянам по максимально низким ценам. С 1 по 15 октября проходит акция «Город минус 30%» на бонусную карту «Город товаров» у нас перечисляется от покупки продуктов. Всегда низкие цены – одно из главных правил торговой сети «Европа». Так, со скидкой 30% на карту «Город товаров» приобрести картофель можно за 8 рублей 33 копейки за килограмм, с выгодой в 3 рубля 57 копеек. Яблоко «Россия» за 17 рублей 43 копейки. Сэкономить курянам предлагают и в молочном отделе. Есть карта, нравится нам ходить сюда, потому что я сегодня вот иду, у меня скидка. Что-то я возьму, что-то у меня скидку сделать на что-то. Рядом живем, поэтому близко, хорошо. Приходим, здесь все-таки подешевле цены. В гипермаркете «Европа-40» Маргарита Чекалова – постоянный покупатель. Сегодня на ужин дети попросили приготовить котлеты. Фарш решила купить здесь со скидкой 30% на карту «Город товаров». Ирина уверена, так дешевле. Сегодня я приобрела порошок детский со скидкой 30%, свино-говяжий фарш, рыбу скумбрию с горячего копчения. Мне очень нравится этот магазин, я всегда буду приходить. Торговая сеть «Европа» предлагает сэкономить время и на поисках качественной мясной продукции. В супермаркетах представлен богатый ассортимент всегда свежей свинины, говядины и куриного мяса по привлекательной цене. Так, крылья охлажденные можно приобрести за 83 рубля 93 копейки, фарш свино-говяжий за 144 рубля 13 копеек, сэкономив 61 рубль 77 копеек. Окорок свиной всего за 167 рублей 93 копейки за килограмм. Акция «минус 30%» проходит в гипермаркете «Европа» на Студенческой. Количество товара ограничено.